Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, на сегодняшнем богослужении мы слышали с вами апостольское чтение, и вот там мы с вами было доступно и все понятно. Нам святой Лука благовествует о радостных событиях, происходящих в жизни Церкви Христовой. Прежде всего, это было связано, что евангельская проповедь набирает необходимые успехи, и народ языческий начинает уверовать во Христа и присоединяется к Церкви Христовой. Но и самое главное, которое вопрос касается нас, прежде всего, это то, что в Антиохии ученики Христовы впервые именуются христианами. И вот отсюда, дорогие братья и сестры, мы должны с вами помнить и знать о том, что во всякой степени имя христианин имеет высочайшее значение, высочайшую значимость. Кто такой христианин? Что оно означает? Это человек верующего Христа. Это человек, прежде всего, это указывает на то, что вот та религия, в которой мы с вами находимся в христианстве, это сущность христианства, что это та религия, в которой вера во Христа составляет главное отличие от других религий. Кроме того, по слову апостола Павла, дорогие братья и сестры, он говорит, что нет другого имени под небесами, кроме того, которого имя дано нам во спасение, которому мы с вами должны спастись, кроме имени Христова. Вот, дорогие братья и сестры, в этой связи обратите внимание, что имя христианин еще связано, соединено с величайшим значением величайшего блага, которое дал нам Христос Господь Бог. Какое это благо? Это благо нашего спасения. И вот поэтому святые и поэтому мучеников, когда их спрашивали, кто они, они во всяком случае отвечали исключительно, что они христиане. И вот в этой связи, дорогие братья и сестры, мы должны еще помнить важную деталь. Кстати, еще хотел сказать, что как раз мученики и святые, когда исповедовали и отвечали на вопрос, что они христиане, вот они в слове и в именовании христианства видели величайшую честь. И это имя они предпочитали больше всякого имени, звания и титула в этом мире. И мы должны в этой связи с вами помнить еще одну важную деталь. Тот человек, который именует себя христианином, должен быть истинным христианином, а не только по имени. Вот послание апостола Павла, послание римлянам, там говорится, мы можем услышать слова о некоторых людях, которые этим именем только назывались, хвалились этим именем и вели себя так, что имя Божье хулили язычники. Вот, дорогие братья и сестры, во всяком случае, тот человек, который именует себя христианином, а не живет-то по-христиански, не старается жить по-христиански, он создает почву, создает прецедент для того, чтобы у неверующие люди хулили это святое имя, которое те люди недостойно носят. Вот об этом мы должны с вами помнить. Вот такие мысли и размышления, дорогие братья, на сегодняшнее апостольское послание. Но еще хотел сказать, потому что перед тем, как выйти на проповедь, отец Алексей спросил меня, о чем ты будешь проповедовать? Я говорю, ну, исходя из сегодняшнего чтения, мы говорим о христианах. Он говорит, не забудь сказать, дорогой Рустик, о том, что христиане это прежде всего еще и честные люди. Да, действительно, мы этому находим подтверждение, потому что Иисус Христос в Священном Писании прежде всех обличает кого? Тех, кто лукавит. Вот обратите внимание, постоянно, прежде всего, Христос такое грозное слово по отношению к ним постоянно высказывает. Поэтому в этом случае мы тоже должны помнить, что христианин, прежде всего, не только добрый, хороший человек, он еще и, прежде всего, честный. Вот в этой связи, дорогие братья и сестры, хочется нам всем пожелать. Да воцарится в сердцах наших Господь Христос, и с Ним царствует мир и благословение. Христос воскресе! Христос воскресе!